Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым проектом. Это, друзья, инвестиционный проект. Называется Cash Factory. Он только что, буквально часа полтора-два часа назад, как стартовал. Я только зарегистрировалась. Все, буду сейчас показывать вам в режиме онлайн и пополнять кабинет тоже. Значит, ну вот так вот выглядит наш проект. Давайте его переведем на русский язык. Перевести на русский. Что нам тут будет предлагать? Значит, шаг за шагом к успеху. Cash Factory, система большой прибыли. Значит, тут есть сбоку телеграм-канал, обязательно присоединиться, чтобы быть как бы в курсе. И всего инвесторов 392 человека. Депозиты уже, как мы видим, 1268 долларов. Выплат, естественно, нет. И минус один день онлайн. Как я сказала, он только что стартовал. Значит, Cash Factory был разработан искусственным интеллектом ИИ. Значит, при поддержке искусственного интеллекта представляет собой идеальную систему заработка. Все было рассчитано и выпущено ИИ. Вначале все начинают с плана за 7 долларов. Минимальный вход. Со временем планов будет открываться все больше и больше. Одинаковый шанс для каждого партнера. И наша кредо маленькими шагами к большим деньгам. Вот как-то так. Значит, минимальный депозит здесь от 7 долларов США плюс 30%, и продолжительность 2 дня. Общая прибыль составляет 9 долларов 10 центов. Следующий будет 20 долларов плюс 50%. Работать будет 5 дней. Общая прибыль 30 долларов, видим. Следующий 1000. Будет работать 13 дней. И тут уже 1800 прибыль. Ну и так далее. По нарастающей, да? Значит, далее что? Три, зарегистрироваться, открыть депозит и получать прибыль. И партнерская программа 3 уровня. Далее живая статистика идет у нас. Как видим, да, все пополняют по 7 долларов. Вот. Я еще ничего не пополняла. Ну и варианты оплаты. Dogecoin, Tron, Binance и Litecoin. Поднимаемся на самый верх. Значит, домашняя страничка. Она с плана. Я вам показала. Статистика показала, как это работает. Часто задаваемые вопросы. Обязательно, друзья, прочтите. Значит, что такое денежная фабрика, законно ли Cash Factory, что мне нужно сделать после регистрации, как долго действует план, как внести средства и активировать план. Нажмите депозит, введите сумму, выберите платежную систему. После того, как ваши криптовалюты поступят на депозитный кошелек, нажмите старт под планом. Сколько я... планов я могу приобрести, активировать одновременно. Обо всем этом вы можете рассчитать на сайте в разделе «Как это работает». И платежные системы, как я уже сказала, Bitcoin, Litecoin, Tron и Dogecoin. Всегда переводите на 10 центов больше, и сумма приходит без проблем. И депозиты в биткоинах 10 долларов, Litecoin, Tron и Dogecoin по 7 долларов США. Значит, и выплату. Значит, биткоин 25 долларов, Litecoin 5 долларов, Tron и Dogecoin от 3 долларов США. Так.
Пу-пу-пу. Так, я отправил меньше денег, чем указано, что мне делать. Но вот здесь вот это все как бы, да? Могу ли я иметь более одной учетной записи? Нет, это запрещено. Понимаем это, да? Так, ставим на оригинал. Далее что? Идем на домашнюю страничку. Грата аккаунт. Регистрация наипростейшая. Логин, email, два раза пароль. Разгадываем капчу, кликаем зарегистрироваться. После чего тут будет у вас окошко о том, что вам пришло письмо на вашу почту. Нужно кликнуть на ссылочку и активировать как бы email адрес. Вход по имейлу и паролю. Значит, после чего попадаем в кабинет. Здесь как бы вот это мои данные. Это данные моего пригласителя. Также существует почта, как бы, да, можно, если что, написать. Значит, и сразу же нас встречает реферальная ссылочка. Можно копировать всего, как бы, депозит, рефбонус, всего выводов здесь будет отображаться. Значит, депозит — это вывод. Кликаем на вывод. Сейчас посмотрим. Значит, видим, да? Здесь у нас на вывод биткоин 25, TRX 3, лайткоин 5. Это в долларах все. Значит, биткоин, трон. Как бы у меня... Сейчас пройдемся по вкладочкам. И лайткоин, как бы. Вот. И здесь будет сумма баланса. Так. Значит, возвращаясь, друзья, на домашнюю страничку. Сейчас пройдемся по меню по вкладочкам. Но прежде чем как бы пройтись, я сделаю депозит. Потому что нужно время какое-то, чтобы пришел в депозит. Значит, минимальный депозит, видим, $7. Были такие, я принимала участие в 2 аналогичных проекта. Мне очень понравилось. Я неплохо заработала. И, естественно, я не могла пройти мимо этого проекта. Значит, $7, да, видим. Работает 2 дня, плюс 30%, и после пополнения будем нажимать старт. Давайте сейчас сделаю депозит и после как бы пройдемся по меню, пока депозит будет идти. Значит, тут что они говорят, как вот на 10 центов больше, да? Я буду пополнять в тронах. TRC20 USDT как бы нету здесь. Ну, здесь трон меня все устраивает. Так, видим, $7. Так, трон, галочку поставила. Ага, здесь сумму сейчас бы. Сумма. $7 ставлю. Сейчас посмотрим, точки есть здесь. Точек нет. Значит, целое число. Ну и на вывод также будет выводиться целым числом. Кликаю депозит. Пайкасса здесь. Значит, и я должна вот эту сумму как бы вот на этот адрес перевести. Скопировала. Открываю кошелек. Так, send. Вставляю адрес. Проверяем обязательно. Next. Так, сюда вставляю сумму 54. Точка. Значит, 90. Ладно. Я поставлю 55.
55.00. Так, 55 монет закину. Цент. Конфирм. Все. Я отправила, как видим. Так, и что теперь? Ну и все. Теперь будем ждать, когда монетки поступят. Давайте возвратимся. Теперь пройдемся по вкладочкам. Значит, домашняя страничка я вам показала. Так, вот это вот она. Дальше, как это работает, идет. Давайте. Так вот, клик. Русский. Также видим вверху Telegram. Обязательно к Telegram нужно присоединиться. Ну, здесь все то же самое. Создать учетную запись, открыть депозит, получать прибыль. Вот. И как бы каждый участник начинает с плана за $7. Как бы и все такое вот. Я думаю, здесь можно это все прочесть. В настройках, значит, смотрите, друзья, здесь прописываем платежный реквизит биткоин, трон, догикоин и лайткоин. Я прописала, естественно, трон адрес. Далее я кликнула на зеленую вкладочку, после чего мне на почту пришел пин-код подтверждения. Я ввела пин-код подтверждения, опять кликнула на зеленую вкладочку, и как бы у меня адрес сохранился. Понимаем это, да? Не забываем об этом. Так, это у нас настройки. Ну, здесь пароль поменять. Файл. Надо, не надо он. Так, это настройки. Сеттинг. Идем далее. Мой. Что это? Финансовый план. Здесь нет ничего. Мой партнер. Также нет ничего. Три уровня. Баннеры. Видим, да? Много баннеров. Если кому надо. Транзакция. Вот мои монетки. $7. 11 марта. И вот они, мои монеты. Далее вопросы-ответы. Почитать обязательно. Новости здесь нет ничего. И суппорт. Тема. Вопрос или что там вас интересует. Тут будет, наверное, капча. И отправляем. Возвращаемся на домашнюю страничку. Смотрим. Еще нет у меня депозита. Видим там, да, в транзакциях. Давайте я обновлю. Ага, вот они. Прошу прощения, вот ниже. Депозит валет. Что-то я не туда. Значит, далее опускаюсь ниже. Вот мой план за $7. Я кликаю старт. Yes. И все. Это транзакции. Значит, депозит. И как бы и план у меня открыт. Видим так. И так, планы. А здесь будут отображаться уже, наверное, отработанные планы. Скорее всего. Ну, в принципе, и все. А вот теперь total депозит у меня, видите, вот депозит валют. Здесь писалось, а вот здесь уже отображается сумма, которую я депонировала. Вот. И здесь идет таймер. Через 2 дня я запишу видео по выводу монет. Вот. Не забываем, друзья, о том, что это инвестиционный проект. Я рискую своими деньгами.
Я вам лишь показываю, где я работаю и зарабатываю. Вот. Любые инвестиции в интернет – это всегда риск. Не забывайте об этом никогда. На этом все. Встретимся в следующем видео через 2 дня. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!